Сотрудники уголовного розыска Люберец задержали по подозрению в совершении серии грабежей рецидивиста из Владимирской области. Злоумышленник, находясь на мосту вблизи Инициативной улицы, напал на 20-летнюю местную жительницу, похитил мобильный телефон и скрылся. В этот же день вечером он встретил двух женщин, которые захотели приобрести алкоголь в запрещенное время. Мужчина сказал, что знает, где купить, и предложил одной из них пойти с ним. А ранее похищенный телефон оставил другой женщине. Пройдя несколько метров, мужчина повалил новую знакомую на снег и отобрал кошелек. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность нападавшего и задержали его. В отношении нападавшего следственным управлением возбуждены уголовные дела. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. А ранее вы были судимы? Да. По каким статьям?